Да, нам ленькую делку. Она Подогнал нам лярвочку. Вдруг тут Слышишь, есть она что еще полезное? продается. Мама всегда. От хранилища. О! В нее можно складывать. Отправляйтесь за Боюсь представить, пределы что мне можно курорта, сложить. чтобы добыть провизию, лекарства и оружие. Возьмите с собой джин, скажите городскому туннелю, сложность очень легко. О, куковалду положил. Ой, потом. Джин, блять. Не, прикинь, ее назвали джин, нахуй. Этот батя алкаш был, нахуй. Видел джин с тоником. А где ты видел это хранилище? В нее заходишь. Куда заходишь? В нее. Ну все, прессовываешь, и все на. Ну поехали. Так, надо посмотреть. Мы думали, ты подготовился к игре. Так, а что мне еще можно? Нахуй мне мозг ебешь. Ну так. Ладно. Дорогу. Нечего выпить. Мокрый танец. Ну ладно, поехали. По этому квесту за пределы курорта, чтобы добыть провизию, лекарства и оружие. Так, будем куда нам ехать? Куда, а куда ехать-то, ёпта? А? В самый низ. А Джинни повезем? Да, тут надо будет электричество отключить, я помню. Ну да, она залезла вроде. Ну да, она вон на, ты иди. Блять, интересно, это не взорвется, если она А ты где, Тёма, сзади меня, что ли, сидишь? Угу. БМП, БМП, блять. Не хватает только этих арбразур для огня и башни сверху. Да. Хуёво он прикачал тачку. Да, рано умер слишком. Мало пользы принес, сука. Теперь еще меньше видно, блядь, через эту хуйню, куда едешь, блядь. Бензоколонка моет. О, да я. Сука, все равно не убиваются, потом. Да, толку от этой всей хуйни. Ну дамага больше. Блять, тут вообще ничего не видно, нахуй. А фар, может фар можно включить на Т? Не пробовал? Контр-страйк и фонарик, что ли? Ну фонарик тут же на ты включается. Блять, я не туда заехал. Куда я, блядь, только смотрю, нахуй. Да. Немножко проехал. Зондеркоманда, нахуй. Ух ты, блядь, че это тут такое? Ну-ка, давайте выходим. Че, сюда? Там зомби кто-то ломится, надо проблему решить, я думаю, в корне. Дело. Мужик какой-то. Мужик, открывай! Спасибо. Сова пришла. Вот так! Возвращайтесь к машине. Окей. Можно. Ты понял, нам пока тут от этой тачки не делаемся, ничего больше нельзя делать. Будьте осторожны. А чё он сказал, чё ему надо? Ой. Возвращайтесь к машине. Типа нельзя от нее уходить, да? Она там типа сидит внутри. Вот. Ну ладно, хуй с ней. Поехали. Это печально. Это все так печально. Поехали. Поехали. Да. А что, ты сзади меня сидишь? Да. А, тут окон нету. Ебать там зомби. Сколько опыта? Да не так уж и много. Если их много убить, то я думаю много будет. Ну да.
акт 2. Половой акт 2. Нихуя себе. Ох, блядь, город. Тут люди умирают, они ржут. Как вы можете? Вас анально покарают. Так, ладно. Собрались тряпки, собрались. О. Подрачим. Вот. Нихуя себе числит. Ебать, и откуда он такой взялся, нахуй? Ну, тип зомби. Да? Какой-то смиритель на рубахе, здоровый. В противогазе, блядь, лектор ебаный. Не, он в этом, в противогазе у него. Вот, можешь положить в неё что-нибудь. Положи в неё. Наложи в неё. Наложи ей в руки. Блядь, пиздец. Покончи в неё и наложи. Ну, я думаю, нам надо убить этого пидораса. Нет? Не пойдём, убьём. Вот, дайте, я всякую хуйню положу в неё. Блядь, иди сюда, мы будем биться, нахуй. Положит он. Отваряй. Положит. Ой, у меня есть молотов, есть молотов, просто не укинул. О, сзади, слева, слева. Блять. Блять, да что такое, почему? А что сгорел? Это кто молотов кинул? Я в него молотов кинул, а почему? Бурсти, Тёма, бурсти сразу. Меня что с молотов кинул, я умер. Молодцы ещё. Блять, а пускай он гафит. Тихо, отойди, Кирюха, куда я ещё один кину туда. Блять, я какую-то хуйню сделал. Сус меня убил, блять, пиздец. Да я себя сам убил. Пускай они горят, пусть они. Уровень, блин. Там... О! Готов. Сейчас эти догорят. Вот и все, там сейчас они мозг ебали, блядь, все. Бля, я выжил хоть. Я хотел на него ульту поюзать, а он мне почему-то начал целиться в каких-то, блядь, левых пидоров, нахуй. Открывайте ворота! Здесь гости! Шоколад, блядь, я всё собрал. Ну я полечился, я сам косвенный пиздец. А ты что уже, ты же сдох, у тебя даже полный хп будет. Ну вот не полный. Запеки гримы, блядь. Бруно, блядь. О, кувалда сильная. Нихуя себе, на 18 уровень. Мощнее даже чем-то. Да, пиздатая кувалда. Я куплю. Ну, продать всякое. Здесь дохуя фруктов, Тёма. Сейчас. Зачем они бьют в колокола? Они чё, хотят умереть, что ли? Металлолом какой-то. Дезодорант. Мясо самоубийцы. Нахуй нужно? Мясо утопленника. Теспината, нахуй это нужно? Алкоголь сейчас, ну, продам. Так, берите квесты купил. Всякие. Вон, мать Елена, перемать. Спасатель, один из наших одержимых демонов, заперся на колокольне. Это один из наших одержимых демонов заперся на колокольне. Они взывают к ученикам дьявола. Взывают к ученикам дьявола, говорит, блядь. Шок, о, мачете, могу. Идите сюда, давайте учеников дьявола замочим. 55 сек. Ты где, Тёма, блядь? Сейчас, иду, иду. Чё ты там делаешь? Читаю, пиво. Чё ты тут делаешь, что ли? Я этот самый кувалду улучшаю. Что ты тут делаешь? Хочу и доебался, а что, нельзя что ли? Мачете тоже сейчас. Нет, нельзя. Можно. Всё, я себе мачете улучшил. Тоже. А, почини под её. Где дьявол? Я дьявол, блядь, на нахуй! Чё на жопу обезьянка, ебать. Ломай, что ли?
давай. Негр сломал все, вырывается, и тут все уничтожает, все прям все. Прорвался, блядь. Ебать. Бля, я толстяка сбил и заебашил его. Кого заебал? Толстяка. Подожди, сбил, подожди, смотри, ничего не делай. О, я убил толстяка. Так я его с ног сбил, покинь. О, мод токсин какой-то лежит на столе. Где еще? Вот. Остановить колокола. Да, прикольно, так его ворвался толстяка, снес. А куда дальше? Ара, мы так окрутились, что может теперь толстяков ебашить ваншот. Это он звонил, что ли? А как он звонил? А, вот, тут типа звонил, типа кнопку жмешь. Как-то не очень, блядь, вообще. Как-то этот... не по-олдскульному, блядь. Я тут мог, там будет безумный мужик. О, палец дикая, 250 урона. Это. О. На тебе пол был. Дикс. Да мы и так знаем, что с ним случилось. Вы можете узнать, что с ним случилось. Или, по крайней мере, вернуть нам воду. Воду? Водку? Заслужит спасибо. Упокоили, говорит. На наш вчерашний. Я ее так упокою. Фомка. Так, мне нужно 18 уровень потестить. О, вот она, эта баба склад. Баба склад сидит. Баба склад? Баба склад, баба склад. Лучший в мире баба склад. Что-то печальная какая-то. Без бати-то. Да, хуёво ей. Ну утешься ей, чё ты? Сейчас негр ей присунуть. Смотрите как, опа, так сейчас. Оп-оп-оп. Да, только прыгать может. Ча. Ты не мужик. Да. Только и можешь прыгать. Как не мужик. Ну чё, тут есть ещё кто-то? Да, есть, наверное, вон баба какая-то. Вон там вон стоит кто-то. Инсулин, так инсулин. Мне что-то валяться пока отдохнуть. Есть одна нахуй в могиле. Че поваляешься, у тебя вся ночь впереди. Вот тут второй этаж есть, кстати. Поговори с матерью. Я уже там был. Да ты что? Нож для сахарного тростника опять. А, это мое, блять, господи. Поговори с матерью, Елена. Она тут за главного. Дождик пошел. Нужен спирт. Понятное дело, зачем тебе спирт? Прошу, не дайте. Спирт всегда нужен. Конечно. Конечно, чего можно выпить. Это можно сказать, первого потребления, нахуй. Продукт. Надо кинуть, нахуй. Да что? Че это за... А, это баллон, что такое? О, дождь пошел, нахрена себе. Тут даже смена погоды есть. Чуваки, смените себе квесты с утонувшей надежды. Я вообще хз как менять. Инвентарь там задание уберите. Можно убрать, нет? Утонувшая надежда, нет. А что за утонувшая надежда? Ну ты на другой можешь переключить квест? Спирт. Вы не можете, если заход нет, нельзя. А надо его сделать, значит, а потом просто не взять следующее, чтобы обычно побочные поделать. Ну, значит, сусыс на насосной станции, ёпта. Далеко ехать, блядь. Ух ты, ёбаный стыд. Нихуя себе. Это, блядь, один мне это пишешь. Лысый. Какой лысый, блядь. Ну, хуй из лысый, блядь. Куда лезешь, заебал. Блядь, батьки, а шо, нельзя, что ли? Нет. Блядь, и нахуй мы его делали, блядь. Он тут стоял, блядь. Ладно, пойдемте, блядь. Пешком, блять, по городу. Интересно, если током пиздить и дождь идет, током не будет бить всех? Будет, конечно, по яйцам бить с руки. Так на нахуй, не ждал. Нежданчик такой. О, я вижу зомби. Они видят меня. О, зомби лежит на перилах. Лукаут, блять, что ли с ним? Бля, живучие стали, сука. Бля.
сука. Столь, свали их всех. Иди тоже в ток ложись. Осторожнее! Бегай тут, блин. Вообще дивнись, блин. Я каждый раз как бешеный током, то самого себя ебашишь. Не, это если ты на трупе стоишь. Тут хилки есть. Куда убежали? На я за хилками. Да вот тут хилки есть. Да, кстати, хп больше стало. А она у всех со временем прибавляется. Больше жрать надо. Блять, заебал, Тёма, что там бегаешь? Хилки еще. Да вот хилки тут, я стою, блядь, заебал, тебе 5 раз уже сказал. Ну и там силы тут. А ты говорил, в городе тут сложно будет, ни хрена, в принципе. Я читал. Странный город какой-то, блядь. Бомжат, город зомби. Блядь, все засрано, блядь. Я говорю, бомжа. О, лежаю. Ебать, они какие-то вонючие. Да. О. Похуй. Что ты всех нагибая? Чё не воняет? Курили много, наверное, при жизни. Наверное, слабое дыхание из них выходит. И как стрелок, конечно же, полезу наверх. А вы будете ебашить мили, как рабы. А я как раз господин буду стрелять. Там еще хилки сзади стоят. Вот кирпич какой-то, вот кирпичом может сверху кинуться в кого-нибудь. Буу! Давай возьмем кирпич. О, бля. Станок. О, станок. Надо починить. Кирпичи. Типа баррикада, короче, чтобы на зомби кидать всякую хуйню. Да, ебать, я у него 1/10 жизни отнял. Зомби к вам идет. Да? Да. Где? Я ему в голову попал. Если бы Тима напрыгнул. Чё такое, я не блядь, понял. Блять, алкоголь, сука, ебаный. Когда он уже что-то у меня жизнь отнялись. Там хп у кого-то отнимается, смотрю. О. А, это я зря спрыгнул, наверное, просто. Это я ошибку сделал. Так, вот, молот. Сука. Парится. Цени, что ли, стужится. Кстати, у него рожа. Да я алкоголь выпил. Я бухнул. И у тебя кирпич, все норм. Кирпич для равновесия. Чтоб не шатало. Оля, там зомби горят. Что там у зомби отнимается? А, горят реально. Я сзади подбежали. Бандит с полицейского участка. Если вас кто-нибудь слышит, мы захватили полицейский участок. Закона здесь больше нет, что-то. Типа бандиты полицейский участок захватили. Убивать их, что ли? Ну да, да, да. О, этот, блядь. Ты смотри, чтобы никто не стоял. Ой, камикадзе, блядь! Тёма! Тёма. Уходи. Сейчас я его застрелю, не ссыти. Блядь, да. Ты мешаешь, что ли? Сейчас я этого убью. Давайте, убивайте. Сейчас, он почти умер. Пистолет, говно просто. Ебать, он ебанул нахуй. Вот для этого и нужен стрелок. Слушайте, все полиции в страхе бежала, что-то, блядь. Участок и наш, не ищите там помощи, потому что вы найдете лишь свою смерть, сучки. Смерть! Блять, он мне, сука, завонял. Завонял? Да, он типа... отнимает хп, короче, своей вонью. Зловонный запах.
Привонял меня. Брутальный латунный кастет, мистер. Вон, вон, опять этот самый. Со связанными руками. Твой родственник. Тоже негр. Ух ты, блядь, нихуя себе он. Валите его, если есть, с этой хуйни. Если есть инрагу, тратьте, короче. Что зомбаки, блядь, на упал, упал, ёбаный упал. Стыд. Чё-то не мать, мне сейчас... Штольца спасай, Штольца. Да не, я норм, я сейчас ещё норм. А, блядь. Я вижу ещё один чемодан. А вы этого убили? Да. Что значит, что это такое? Я так не... Нам сюда, пацаны, кстати. Что это такое? Нам сюда? А, ну да. Заречье. О, вон он, Кьюха, твой клиент. А это мой клиент. Где мой клиент? Там он идет. Блять, она меня вкидается. Ты поплатишься за свою, блять, дерзость нахуй. Все. Так, я заглючил, пацаны. Как-то не весело. Вот если бы они бегали на свою жертву, взрывались, было бы круче. Ты бы сдох. Зато бы это было весело. О, нашел мясо. Сейчас я. Так, вот есть что-нибудь полечиться. Надо сюда что ли идти? О, тут можно починиться. Сейчас починимся. Ну, такие стоят. Блин, мне нужен 18 уровень. Бег воли не дать. Так, и нужно похиляться. Похиляться нечем. Да мне тоже нужно. Давай что ли туда пойдем. Вот там они хилки лежат. О! Блин, я висанула. О, с нее даже аптечка выпала. Да? Может похилиться. Где? Менты, улицы разбитых фонарей. Надо будет вынести этих мужиков в полицейском участке. Вон два вонючих, с крыши прыгает один. Будет теме челлендж против вооруженных людей с топором, блядь. Все, он ебашится, не лутайте его, блядь. Пока не пройдет эта хуйня. Ой, фу, блядь, заебали. Отойди, что ли, от бочки, отойди, блядь, нет. Ну ладно. Так я хотел её взять и кинуть ему. Так ей надо кидаться оружием, ёпта, или с пистолета выстрелить. А ты рядом с ней стоишь, как я в неё выстрелю, блядь? Чтоб тебя убило нахуй. Сейчас мы используем её по назначению. Да пока ты её кинешь, блядь, ты уже будет неактуальна, она. Если ее кинуть в огонь, она взорвется. Ох, блядь! Ну я узнал, что она взрывается в огне. Чувак, ты кто такой? Давай, до свидания. За тебя, чувак, бочка взорвалась. Умри, тварь. Распотрошу. Так, вонища какая-то из этой колонизации идет. Оба-на. Еще двое. Вот какой-то пирс.
Какие-то крики не вроде ебические, блядь. Нам на другую сторону, правда, идти. Добьем этих, туда пойдем. Ой, ёпта. Опасное оружие, блядь. Быстро прицельтесь в голову лежащего на стене противника, нажмите Е, чтобы прыгнуть и растоптать его. Вы можете моментально отправить противника в нокаут, если вы проведете по нему удар во время его персерской атаки. Так, она не сюда. Че, контратака что ли? Да не, теперь я могу быстро ебашить. Поспил с ног, сразу поебал с ноги на и сразу ваншот. С быстрым ваншотом. Это мой последний скилл. В боевой ветке. Да. Ух ты, блядь. Кого там встретил? Мне тут ебать. Фиксус стреляет. А, стреляет? Там бандики. Бандики. Так а нам сюда идти-то как раз надо. А-а-а. Что за твой? Ты там прокидал против пуль? Все, иди. Прокидал против. Так я не кидал пуль. А что ты не кидал против пуль? Вот тебе, блядь. Я же не думал, что зомби будут стрелять. Иди не зомби. А ты спрашиваешь, зачем? Я снял его, чуваки, но у меня больше патронов нету. Мне нужны еще пули. Захватите, чего там. Подключи бок впереди. Это враг. Тут еще Раш на него, что ли? Прям сбивай его, прям тарань. Что делаешь? Вот и все. Там еще один. Я внутри, остановлюсь. Там еще один пистолет лежит. Где пистолет? Вот пистолет злобный. Убейте того, я заберу. Блять, дай мне его. Там пули, наверное, есть. Вот. Да не лохи. Вы не спешите, блядь. Вот еще пистолет. Вон, вы бейте пистолет, давайте пистолет, все возьмем, будем их ебашить. О, это, кстати, пистолет получше моего даже, возможно. Закусков. А, блядь, ты будете 20 уровень для пистолета, нифига себе. Ну-ка, пистолет, а у меня есть 20-й. Дай мне свой пистолет, что ли. На, я. Стой, назад, стой. Может, он лучше будет просто. Отойди. Хочу. Ну, подъезжай. Я с тех обоим расстреляю просто. Все, все. Понимаю. А тут тупик все, да? Сейчас, подождите. Злобный. Да, злобный. Беретта, бля. Че там у тебя? Че, на что нужно делать? Тут еще один мужик есть. Где? Вот там зомби вижу стоят. Я так понимаю, надо обойти. А, да, что тут надо замутить. Так, тут тупик, тут нихуя нет. Значит, там через низ надо заходить, я там видел. А он сидит, ему не очень, а мы сидим, конфетки точим. Какие-то озверевшие в этом городе все. Откуда вы съебались? Да вниз тут отошли. Ищем вход внутрь, тут надо, блядь, что-то сделать. Сейчас скажу, что тут надо сделать. А, тут надо другое здание пройти. Захватить насосную станцию. Надо захватить насосную станцию, бандитов всех убить. Ну, там, ты... там куда нельзя, что ли, да? Вот. Нет, вот. Нельзя. Сюда там никак не выйдешь. Там сверху лестница. Тут водичка, можешь искупаться. О, хорошая идея. Тут нельзя, тут ничего нету. Нам нужно дальше. Пойдемте со мной. Видите, тут лестница какая-то. Где лестница?
можно. Да не надо туда, наверное. Пойдем-ка там пока в другое место идти. Я на флажок нажал. Сходим туда. Слушай. Нет. На шунтиш надо убить. Зомби. Блять, я не знаю, как-то надо на... пробраться, блять, внутрь нахуй. Так, я, кажется, понял. Пробраться. Да, долго его валить так. Пробрался, блядь. Ты сдох, что ли? Нет. Ну там не надо. Хотя тут тоже есть лестница, блядь. Это мутная игра. Тут я на легкая, то мутная, блядь. Я не говорил, что она легкая. Скучная. Я говорил, что она скучная. Ну, может тут тебе есть вот эти, тут корабль лежит. А вот здесь, наверное, можно, подожди. Выходи из игровой области. Оп! А дальше что? Там внутри нахуй. Ой. Надо как-то, блядь, пробраться внутрь, короче. Это факт. Это как? А, сейчас. Жаримся над ними, убьём! Блядь, поранился. Что-то как-то не очень понятно. А здесь я пробовал, я не знаю. Иди я? Ну, я не допрыгнул до туда. Что за дальше прыгает? Ой, там еще мужик, ёпта! Где? Вверху, блядь. Бля, ща я его сниму, он там спрятался, сука. Блять, иди вперед, сука тупая. На, блять, на, блять. Он был просто бык. Там просто мужик наверху заныкался, падла. Может, дверь открылась? О, дверь. О. А тут еще мужики. Ебать, ебать. Я бегу, пацаны. Давай, давай. А куча эти пидорасов. А где вы вошли-то? А, вон там. Вон еще. Сука, ебать, он меня нарезал. А где он? Уничтожал. На мясо резал. Блять, минус не скончилась, сейчас изменит. Ебать, она в репу, знаешь, только 2400 сносит вообще. Куда у меня это имеет? Подонок. Опоздал, я все закончилось уже. Без огневой поддержки мы справились. Продокоцаны все пиздец. Я самого одного сам лично пристрелил. У всех берет-то главное, ну, суки. Буду. Убегай, Штольц. Штольц, не убегай. Так, черт, пули кончились себе. Сука, бессмертный подарок. Где этот? Вот так, да! Ты чё, нашёл? Не будешь выёбываться на меня. У меня 48 патронов. Откуда у тебя 48 патронов? Ты на растих все позабирал, да? Здесь ничего не брал, я один ствол забрал и все. На, с человека, с людей ты лутал? Вот он еще ствол. Ствол взял. Кирюха, нужен ствол. Не, я имею в виду, наверное, с этих людей, именно в них лежит, короче, оружие. Патроны, типа, ты нажимал, когда типа убивал? А вот мы вышли с этого.
Че? С того входа вышел. А пистолет ничего такой. Да, тебе только дохуя патронов достать. Я бы прокачался. Не-не-не-не, тут еще пока что, тут еще кто-то есть. Разве? Мерзкий пистолерос. Да, не всех позавелись. Не, во. Давай выходи. Контрольную голову. Икс, икс, икс. Подожди, отойди, отойди, отойди от него. Видал? Двумя ногами. Да. Вон, пистолет кейфа дает уже. О, тут модификация есть. Да мне не лезет уже, что ли. Да, я. Где модификация? Вон, если там. О, ящик, откройте кто-нибудь. Высокое напряжение. Тут ножик тут. Берите, мне место нет. Вон, вон, чуваки, чуваки там. Вижу, вижу. Ой, я глюканул, пацаны. Блять, тут не вовремя. Стрелять у него, сейчас я его собью. Да он мертв уже. О, пистолет и патрон нужны? Да. Вот, вот тут тоже не бери, что ли. Вот тут лежат Кирилл и Дисус. У меня максимум, берите. Тихо, тихо, Тёма, пойдём, под тобой чувак сидит. Набирайте себе патронов. Ой, друзья. Хе-хе, чёрт возьми! Я так он взял. И пистолет. Видите, сколько это в репо пистолет? По 2000. Тут еще где-то один. Был. Тёма его завалил. Так, не надо что выкинуть. 12-12 пистолет. Злобная, надежная. Ты очень нужен. Сука, откуда ты стреляешь? А, вижу, вижу. Бля, кто-то мне Ваську пишет. Тут пистолетные патроны и злобный пестик. Суки, блядь, ваш. Что-то найдите кого-то. Обновлено было задание. Да, я видел. Бля, тут все пистолет хотели, теперь всех по пистолету. Да. Ты сдох? Зачем ты такой глупый, что ли? Я хотел поэкспериментировать. Поэкспериментировал, да? О, лень, пистолет. Вот сюда нам, вот сюда нам. Антонио. Что Елена пришлет подмогу. С этими дьяволами покончено, можно заняться. Что это Антонио водой. Хочет? Мы с Фрэнком запустим насосы. Но насосы. Нам нужно будет помочь. Так, тут ящик какой-то. Антонио Бандерас. Полицейская дубинка тут лежит для тебя, что ли? Ну-ка. А, не галим. Тут что там? Здесь 42, 23. О, не-не-не, она нормально, сейчас мы ее. Бля, тут нигде не передать ничего. Так, вам пистолет выкинем, подожди. Че, не берется? Так, она у меня не берется. Вот это то, что надо!
Так, вот высокое напряжение. Угу. Какой-то взяли. Электрический хлам. Провод, два провода надо. Топор. Такси. Серфинг. Так. А этому Питеру ничего нельзя продать. А карта тут есть? Блять, заебали нахуй. Надо продаться, срочняк. Самодельный нож. Что-то нам нужно. А, тут его мы выходим, что самодельный нож. Где самодельный нож? Не бросить нахуй нужен. Скажем дружно, нахуй нужно. Скажем? Сука, не взрывается. Нет, стволов валяется, патрон. Да уж. А, во, вот мужик, тут его надо сопроводить. Куда его надо сопроводить? Не знаю, он бежит куда-то. Стой, он попутался. Кажется, все более-менее из того. Насосы работают. Мы насосы, угу. Мы не любим папиросы. С напором не все ладно, слишком слабо. 4000 опыта за 6. Бомба липучка, липучку дал. О, у меня 18-й наконец-то. Надо да. Гидранты какие-то закрывать. Улучшить. Хотел того же пристрелить. Шустрого. Так, он бежит. Это сатанинский отряд. Вы можете проверить насосную станцию. Можем. Если там еще остались эти твари. Отправьте их прямиком в ад. Ты дорогу пока что. Окей. В мастерской полно инструментов, которыми вы можете воспользоваться. Да, только кто бы нам инвентарь почистил. Да. Где поедать бы? Оля, ну что-то взять можно. Должна остановить точку. Мод бомба липучка. Да это уже все взяли. Я не взял. То что ты устал, знаешь. Так, сюда идти, да? Или куда там? Да. Куда ты сюда? Ты пистолет поставлю, что ли? Вот, вонючка. Деканы патроны. Крит. Сука. О, дай-ка я свою кувалду попробую. Новую. Ну-ка, дайте мне жертву. Геноцида. Хуицида. О, вот он этот самый. То. Мутированный. Ты, ой, кстати, коцаный. Вот то. Он в репу, цельтесь. Да ты что? Начали с него. Новая реинкарнация капа. Прикольно это делать. На нахуй. Умри. Ебать дамагу мне. О, что это по твоей теме? Толстый. Ну-ка, я смогу сбить? Нихуя. Ух ты, блядь! Он тебе уголосил. Электроденс. Ой, сука, ебать, он не переебал, блядь, на СХП. Это крепкий горилла. Ух ты, блядь! Я разъебанул, падла. Заточил. Пизда тебе, чувак. Ебать, мою голову штук 20 пуль садил. Так, тут где-то жратва была. Да где не такой видаль-то, блядь? Таких людей? Да. Не говори, блядь, куда он держит. Даже зомби, блядь. Как и прикрыто. Кто их вообще открывал, блядь? Зомби. Какой дебил. Так, дальше надо идти. О, вот он стоит. Уберите от меня этого ублюдка! Стереблю всего. О, сзади бегут горящие. К нему надо не подходить. Так. Да, не полечиться бы. Визжат как сучки. О, вон он, этот самый. Что, назад тут еще горящие бегут.
Где? Блять, вон. Ой. Где мой нахуй пистолет? Где мой, блять, мышка ебаная? А где мой черный пистолет? На большой. Ебать, ему один нахуй в рубаху нахуй ебашит. Тёма, сзади, сзади. Что за рубаха, которая пуля не пробивает? Гиперрубаха. Где мой черный пистолет на большом каретном? А где меня сегодня нет на большом каретном? Так, все, всех вынесли. Вон еще горящие бегут. А им один выстрел сразу, и все, они уже тормозят. Ох ты, сука. Наверное, больно, что ли? Больно. Да. Ты не думал об этом? Нет. Мне не больно их убивать, значит, им должно быть не больно. Схуяли им больно вообще. Наверное, Гитлер так же думал. Жалко, что пестики нельзя разрядить. Так, перекрыть надо. Просто разрядить. Ну, вытащить из них пули. О, вонючка идет. Теперь нам надо вообще в другое место. Ух ты, блядь! Меня убили, блядь. Кто тебя убил? Зомби. Сейчас тысячу сниму. Сколько ты уже, блядь, раз умер? Два. Легко ему, блядь. Я ему не вообще не говорил про легко, блядь. Ты говорил, не пизди. Так, она нам сюда. Просто тут штраф, да, смерть маленькая. Если бы было как в этом, блядь. О, можно полечиться. Оп. Один раз меня штурм был, один раз сейчас сдох и все. Штурм молодец. Блять. Еще раз один сдох. Чё, я не знаю, что случилось. Я умер, блять. А как вы умерли? Заебись. Я ничего не кидал, такого взрывающегося. Да я кидал. Только почему она так взорвалась, непонятно. А что-то коктейль кинул? Какой коктейль? Я кинул баллон этот. Ебать, он в шлеме, блядь. Ох, ебать, их разворачивает, когда что-то бьет. Иди, твою мать. Ты такой дамаг ебашит. Молот вообще четкий это вот. Я еще модифицировал его, и он еще и оранжевый, ой, этот, фиолетовый. Mm-hmm. Так, у меня уровень. Сейчас, погодите, погодите. О, теперь я могу последний скилл качнуть. Так, нужно 19 уровень. Издевается над зомби. Пидрила же. Подрошат его на мясо. Кто-то орёт, что-то пиздит. Ну там он мне в огне кто-то горит. В машине, что ли? Медведь, наверное. Ой, я понял, как далеко кидать эти бочки. Просто подпрыгнуть надо. И кидать. Это новое. О, а там что-то свет горит. Пойдем за ям на чаёк. Никому полечиться не надо? Нет, не надо. Только что сдох. Каус крутой латунный кастет. Даже желтый. Тебе нужен? Что? Внутри город нет, это не трущобы. Что, поможем? А-а-а!
Да, вот такие все сволочка. О, пошлите в дом зайдем. Поможем мужику. Да потом, потом. Все, все, ну по дороге. А тут силун квест. Давайте, блядь, сделаем квест, пройдем, продадимся, а потом будем побочные квесты выполнять. Потому что так ладно. Жопа. Нихуя непонятно, блядь. Ебать, вас тут. Сейчас что ли, все наебашит, хочу. Мне супер танк, да ну нахуй. Блин, не знаю, что уровень дали за то, что я поебало прыгал. Бля, я запухался, ёбните его, кто-нибудь. Бля, бля, Тима такой прыгнул каблуками. Наебали, прыгнул. Да, заебись, у нас скилл. Лягушка, попрыгушка. Блин, нифига. Ой! Жадность, жадность. Да, блять, отвалить, ну нахуй. Что это свалит? Да-да-да-да-да! О, вижу цель. Я по нему отработаю. Я, в принципе, похуй, конечно. Бля, я пистолет поменял на эту хуйню, на ножик. Кому ножик нужен, прикольно. О, толстяк идет. Я вешу. Блин. А я все эти бочки я скидал. Тёма, находи случайно бочку эту. Толстяк? Там за толстяк идет. Ну иди, сбей его с ног. Экзотический нож какой-то. Ой, валяется, электрический. Бесу на это. Ой, это мой. А что-то выпал. Хуёв, что ли? Конюк взял, а это, блядь. Ну что нам, друг, с тобой сделать, а? А, я... Нахуй его с потрошили. Готов. Гнедоса. Заебись, я одним молотом этим валю, это самое. У него упрочность не убавляется почему-то. Ой, блядь. Да хуйня, блядь. Че там эти? Так, закрыл? О. Дорогие вообще. О, сейчас зайдем сразу в магаз. Пойдем в магаз. Ну, в конце пути. Так, он еще стоит. О, бля, меня сануло. Так, вон там зомби еще стоят. А, ну тут после надо. Да. Это не лучший выбор. Готов. Хотел бы в таком городе пожить. Да, все. Веселый город. Да, город. Даже без зомби. Думаю. Ну такое что творится. Чувак какой-нибудь поехал в подобный город, короче, типа у него такие впечатления остались. Там зомби горят, блядь. А, в машине. Солдаты. А, это сразу на русский зомби, да? Копа. Да. Ой, блядь, они кидаются палками, ебать. Пиздец, вообще охуенно. Так дал мне палкой в лоб, но. Блядь, я точно сюда. Так вот там бегать, я толпу зомби скидал. Куда нам торопиться, что ли? Тёма его просто пиздит. Зачем ты его, Тёма, просто пиздишь? Он не должен выжить. Это же зомби, они могут встать и пойти. Даже если у него нет ног. Еб твою мать. Вот тут опять. Честно собираешь, что ли, побежишь туда? Ой, блядь, там еще здоровый. Убегайте, блядь! Ох ты, блядь, он меня пнул. О, Кирюха, стреляй, там по машине баллон там был.
Не вижу никакой баллон я. А, нет, это мне показалось. Ёптать. Куда печь? О, я баллон нашел зато. Пизда, глаза. Ебанули. Жирный загорелся? Блядь, чё за музыка ходит? Блять, вокруг меня огонь. Тут всё горит, ебаный стыд. А мне норм. Блять, его, сука, только в голову можно дамажить, нахуй. Это мало, блять. Ебать, он меня переебал. Бежать. Что ли? Я тут вообще с зомбаками долблюсь. Блять, меня что-то еще не башит. Ты сейчас не долбишься, а? Вы извращенцы, батенька. Нет, это ты. Извращенец. Блять, Тёма, стреляй ему в спину, блять. У него спина не бронированная. Всё. Ну, сука, падла, бесит, блять, а? Чуть не убил нас, нахуй. Я, блядь, коктейли выкинул до хуя. Фу, блядь, я в толпу. А что ж там флакал? Да. Что ж там бегает по толпе, блядь? Это как этот, нахуй. Какой-то этот, носорог, блядь, там давит всё. Топчет. Топчет, да. Это потом. Не, он с ним долбится. Некрасиво. Не, ну это я считаю правильно, блядь. Только увидел бухло и взял его в руки сразу. Правильная игра. Да. Проси. Так. Так, фу. А, во, мужик стоит, зацените. Через решетку можно с ним барыжить. Как к нему пройти, блять? Где какой мужик стоит? А-а. Вот же главный вход. Ключ разрушителя. Так, о, ладно. Наконец-то можно поедаться будет. Тёма, сталкиваем по центру. Не подойти. О, ключ, нихрена себе. 257. Найди. А, он, подожди, мне молот синий вообще. Так, ключ я толкнул. Так, пистолет один надо толкнуть будет. 207. Я все столкнул. Один оставил. Тебе палец, что ли, 200-300 урона не нужна? Не-не-не, у меня тебе кувалда есть. У тебя остальное. Зажим. О, зажимов вам купить у него, зашибись. Зачем тебе зажимы? А мне модифицировать оружие. Зажим 7 штук. Нормально. Можно еще купить. Да, ну включено, я купил его. Яблочки лежат, а хавать их нельзя, бред. Ну-ка. Что ждать? Ух ты, бомба летит. Самодельный нож. Изолента. Так, сильный шок, тяжесть. Молоток. Бомбан. Шестеренки. Блин, штанги. Ага, вот, у меня вот шестеренок нет. Я тупанул, пиздец. Чё?
Оказывается, все пули, которые у меня были, это они пули в пистолетах были. Типа, он из одного достает, другой заряжает, короче. А, я все пистолел, и у меня все пропали пули. Блять, у меня тоже дохуя пропало. Типа, нельзя было продавать, пока в них есть патроны. Блять, ебанутая игра, сейчас. И выкупить нельзя. Все уже. Это подстава. Поезд ушел, спившись оружие. Ну, будем знать теперь. Это по-тупому, тебе не кажется? Что по-тупому? Это игровые условности, они всегда были. Просто вот так вот и все. Кто-то музончик играет. Где? У тебя, наверное. Ну да. Я слышу. Да я не слышу ничего, никакой музыки. Буду знать, короче. Мне все равно надо было место освободить под стволы. Раз их теперь дают. Опа-на, смотри, куда-то он так вот как щеголь, короче, щеголяет, а? А какой щеголь. Где? Да, вот он. Да, щеголь. Вот Армани. Штерц, иди сюда. Ой. Уходи, уходи. А это щеголь пришел. Щеголь. Где? Я не заметил. А у Тёмы, боевой гапак применили. Башкини. Пистолет новый дали. Бери. Что, 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 что? 24-й пришел. Свободен. Смотрите. Так, где моя палка? Кувалда. Кувалда моей мечты. Как бы тебе в тело ударил, у нее все руки разлетелось, все разлетелось. И голова отвалилась. Блин, там зомбаков сколько лазит. Да. Впереди. А, ну вижу, да. Главное улицу видать. Пойду в толпу. Да, прикольно, ты увалишь. Какой поворот, да? Ты вообще, то есть, нахуй, камикадзе. Ща я тебе помаху, что ли? Не стоят там. Помог, помощники, блин. Иди тоже в огонь, Да, да, туда его толкай. Толкать его. Пройдите, пожалуйста. Вы не будете или так любезно в огонь? Все сгорели на. Ой. Ебать, она жрет. Мужик. Ты че такой мужик? Мужик какой-то самодельный. Блять, нахуй этот нож был. Мужик самодельный, да? Самодельный зомби. Плю. Я уже мечтала за зомби принял. С мачете. Ебать, тут всех посожрали, оцените. Она развлекается как-нибудь. А нафиг туда пошли? Типа биохазард нахуй. Цените тут лярвочка на плакате. Я на скалице такая... О, нихуя себе. Давай фафтайм, что ли. Отсыпь мне парочку. О, как выйти? Я упал куда? Да так вот на ляр засмотрется. Чтоб я там сожрали. Аллигаторы. Ладно, с другой стороны вышел. Ты не, а это чё, копейка что ли, ёпт? Где копейка? Вот. Блять, ну а чё? Да, ёпт, это копейка. Ах ты, сука. Ну боже, это копейка! О май гад! Откуда в этой стороне копейка? Тихо-то нет. Наверное, это наш Колян на ней приехал. Колян! Чё там какие-то крики дикие. Меня они радуют. Во, черномазый толстяк. Блять, опять ребят. Опять не очень, да?
упади на него, упади, да, пускай тебя тоже ебашит током, да, да. Что такое, кто меня? Толстяк ебаный. Там что, глаз, что ли? Кого нрага есть? Заебись, заебашьте. Ну, у меня есть. Что ж заюзал? Что, что пиздит этот толстяка? Чего это, блядь? А, бля, ебать он у меня быстро проходит, нихуя. Да я думал, лучше сэкономить на этого. Да убей ты его. Да у меня все вблизи подходит толка. Экономить не стоит вообще в играх. Я давно уже понял. О! Ну, слава там нет. Джек! Ой! Ой, блядь! Я сдох. Я не. Блять. Я пойду полечу. Ебать он. Силен. Блять, тоже сейчас пистолет буду. Все, нету больше. Ебать он кончил. Что сзади? Все. Хоть покушаем. У него руки поломаны, прикинь. Ну да. Теперь он вообще умер. Он вообще не очень. Значит так, если оружие будет давать, я буду лутать, короче, чтобы у меня патронов дохуя было в нем. А. Ну, не очень красиво, да? Будем распределять, короче, поэтому. Блять, я заглючил. Тюме лезвие, штольцы дубины, мне огнестрел. Правда, мне тоже. Может, сам какие-нибудь, если крутое оружие будет, то его не продавайте, мы сам тебе не нужно будет. Режущее, не отдай. Ладно. Типа буду после тебя вторично пользоваться твоим. Так, а куда нам? Подожди. Нам надо... Куда сюда? Нам нужно назад сдать. А, во, все недалеко. А, вот это. Калитка. Странный. Закрывай халупу. Именно. Ничего не закончится, пока я не скажу. О, снова во всем подойти. Самого, сука! Я тут, я тут. Ой, кто-нибудь чик хочет? Благослови вас, Господь. Чашечка. Я-то хочу, только мне долго его кипятить. Да вот, стоит в синей кружке наведен. Ваши добрые дела снова зажгли пламя надежды. Она, когда Мячеслав. Начался апокалипсис. Мячеслав. К сожалению, хорошего пути туда. Хуялипсис, бабка. Богатые не хотели, чтобы бедные к ним пришли. Поэтому они уничтожили все мосты. Черт, не лысый. Ебать, она вещает, пиздец. Я не знаю, хотите... Прекрасно. Правильно, блядь, заткни эту суку. Черт, банка с мясом какой-то, чертеж. А, так вот эти мясо нужно было там какое-то покупать. Полторы штуки стоило. Я понимаю, что это звучит отвратительно, но тем не менее, банка, избитая кусками мяса, отличная приманка для нежити. Бросьте ее как можно дальше, тогда они... И когда они разобьются, трупоеды сбегутся к ней, как гиены на запах падали. Банка с мясом, сейчас замучайся. Изоленты делают. Заебись, можно сделать банку с мясом и потом кинуть, а потом еще коктейль Молотова, когда они соберутся. Ну, банка с мясом готова. А где верстак? А, вон. Ну-ка. О, я тоже могу банку с мясом сделать. Изолента, мясо. Бомба из баллона. Дезодорант. Варварский серп есть, ёпта. Ебать, он как коса, нахуй, ебать. Окей. Отлично. Эти инструменты находятся.
в мастерской Антонио. Антонио. Именно. Так, у кого тут можно толкнуть предметы? Есть такой? Держись, Лиза. Толкатель. Алкоголь. Алкоголь, это шлерви надо отдавать. Меня зовут Лидюк. Если я раздобудьте еще, вы знаете, где меня найти. Одна пуля в пистолете, ура. А, типа, последнюю пулю он не внимает, что ли? Типа, которую в стволе. В обойму. Ключ можно купить, атомный кастет, нет, продать. Ну вот. Ну, ты нахуй не нужен. Шок. Пистолет достать. Все. Модернизировать, создать, ебать, мне тут нахуй не всякое набралось уже. Нам нужны инструменты, чтобы забаррикадировать. Пожалуйста. Они подойдут. Так, ну что, пошли. А, тут нужно еще пес взять. А, во, да, нихрена себе. А что там такое-то? Ну я Б нажимаю, ладно, что там? Джо. Ой, не бери, стой, откажись. Но сначала нужно понизить... А это не я брал. И я. Мы мастерскую, и я покажу, как... Да, нет. Да, нет. Нет, нет. Другого пути нет. Другого пути нет, сука, блядь.